Ну, мы уже в этой Юго-Восточной Азии видели дурьян много раз. Даже в одной из стран, не помню, в какой, надо вспоминать хорошенько. Какой? В Филиппинах? В Сингапуре? Не, я не помню. Где-то, короче, я пирожное уже ела даже с дурьяном. Вот, и кажется мне... А, нет, это в Сингапуре конфеты были с дурьяном. А пирожное с дурьяном я ела в другой стране, не помню, как. Где? Малайзия. Вот, ну, в общем, наконец-то сегодня Андрюха решил купить бурьян. Во-первых, надо сказать, что он стоит очень дорого. Вот 108 910 рублей, это не рублей, а местных денег, это вот этот кусочек стоит, да? Сколько грамм это? Килограмм 600, кило 600? Что здесь, кило 600, что ли? Вранье. Это нас обманули. 160 грамм, скорее всего. 160 грамм? Да. Нет, тут кило 600 написано. Короче, дуристика. Могли обмануть на самом деле. Тут вообще страна это не честная. То есть тут очень надо осторожно быть. И то, что кило 600, это очень странная цифра. Но ладно. Стоит очень дорого, потому что мы сейчас накупили всего-всего-всего, это стоило 47 тысяч, а это вот этот кусочек 108 тысяч, это для меня слишком. Вот это что это? Вот, Андрюха говорит, что он это купил, чтобы я это попробовала. Воняет страшно, если кто знает, что такое дурьян, если вот я сейчас руки уже не отмою. Может, два дня будут вонять. То есть, вот если ты чеснок поел и потрогал, руки тоже где-то сутки воняют, и потом еще такой запах. Вот это вот типа того, но, говорят, вкус необыкновенный. Наш зять, который из Аргентины, он сказал, что это как наркотик. На него люди подсаживаются и вот едят его постоянно. Я в чистом виде, в таком виде, ни разу не пробовала, только ела в конфетах и в пирожных. Поэтому сейчас я попробую, посмотрим, как это все у меня пройдет. Ну да, в пирожных так было. На вкус типа банана. Ну только с жутким запахом. Какая-то косточка пошла. Нет. Как бы я не знаю. Ну, может быть, когда ты долго ешь или с детства ешь, может, ты любишь это. Ну так, чтобы прямо первый раз попробовать и сказать, я эти бананы обожаю. Нет. Не могу сказать. Ну, на вкус как банан. Всем привет из Бали, Индонезия.